В Большом театре Старый Новый год по традиции отметят пышным балом. В этом году он юбилейный, 10-й. Здесь идут последние приготовления. Как в любом спектакле, обязательная генеральная репетиция. На ней еще без костюмов, но с отточенными движениями и грациозностью. К традиционному балу в Большом дебютанты готовились больше 2 месяцев. Сложнейшими являются мазурка и вальс. У нас 8 танцев в программе. Такого количества танцев фактически нет ни на одном балу в мире. Вот. Мы этим очень гордимся, и наши зрители очень старались. Есть завсегдатаи, есть новички, но я могу с гордостью сказать, что они прекрасно справились со своей работой. В этом году тема «Призрак оперы». Легендарный персонаж и сам заглянет на танцпол, а за час до наступления Нового года по старому стилю всех ждет концерт-сюрприз. Организаторы обещают зрелище, которое в другое время в театре не увидишь. Билеты раскуплены, так что вечером в оперном аншлаг.